хватит. Прости, пожалуйста. Работа... Докажет. Ничего, я даже не терпение. Все в порядке? Ты какой-то же... Я знаю, что будет. На меня. Автоматические турели. Последняя модель сканеров. Все системы подключены к серверу. Отключи их. Снаружи? Без шансов. Надо сначала проверить, как они подключены к системе. Угу. Все их системы безопасности подключены к подсети отеля. Будет нужен болт, иначе систему не отключить. А без него никак? Не, по крайней мере, других идей у меня нет. У нас остались конфеты? В прошлый раз с ними было хорошо. В тумбочке, в спальне. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Очень хорошо. Иди уже ко мне. Погоди, найду что-нибудь подходящее. О, вот это тебе понравится. Заряжен на предохранителе. Хорошо, что заметила. Не забудь об этой пушке во время налета. Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника? Да, иначе повредишь. Переключись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где Юринобу держит биочип. Кондиционер. Стандартная модель для отеля этого класса. Условия похожи на те, что в документах, но чип тут не спрячешь. Защиты никакой, температура скачет. Ого, Донахис. Мистер Арасака что-то празднует. Думаешь, он туда положил чип? Ха, слишком низкая температура. Есть риск колебаний. Да, есть.
Обычный холодильник. Температура не совпадает с указанной. Тут мы ничего не найдем. Так, есть термальный сигнал. Те же параметры, что и в документах. Значит, Юринобу точно держит кейс здесь. Да, похоже. Мы молодцы. Все, можно сворачиваться. Закрывай, редактор. Нашла, что хотела? Да, все нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тибак. Хорошая работа. До скорого. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Оставь себе. Эвелин заплатит. Это переносное устройство для обработки брейн-дансов. Я загрузила в него твои параметры. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Оставлять его слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас, и знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие трупы. Спокойно. У меня все под контролем. Если вы проебетесь, и они придут ко мне... Джуди, перестань. Никому не придут. Эвелин, не ищи легких путей. Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожна. Конечно. Давай поговорим через минуту. Ви, на секунду. Все, пойдем. Ну, что думаешь? Инфа про Юринобу, про чип, брейндансы с Кампеки. Все складывается, план безупречный. Таких заказов один на миллион. Ага, спасибо. Теперь вопрос, пожалуйста. Я не верю в стечение обстоятельств. Где подвох? Боишься? Ищешь, как выйти из игры? Нет, хочу понять, что ты не блефуешь. Чтобы не вляпаться в говно, из которого не вылезу. Ви, с чего мне тебя обманывать? Мы с тобой в одной лодке. Thank you.
Правда. Поверь, все под контролем. Неужели ты не боишься? Арасака ведь придет ко всем, у кого были дела с Юринобу. Много ходить придется. В том числе к тем, кто известен побольше моего. Как думаешь, на кого падет подозрение? На корпоратов и наемников? Или на девочку в его койке? Кажется, я поняла, откуда ты столько знаешь о Юринобу. Ну да. Мужчины в постели много болтают. Вас объединяет только секс? Бизнес. Только бизнес. Ты уверена, что Юринобу не ожидает от тебя подлянки? Юринобу ни о чем понятия не имеет. Он думает только о том, чтобы договориться с дозором. Хотя, если даже каким-то чудом он начнет что-то подозревать, то не успеет вовремя среагировать. Ты же об этом позаботишься, правда? Так, и что теперь? Ви, поработай на меня. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Без Декса. Ты хочешь кинуть нашего фиксера? Я знала, что тут что-то не так. Декс просто посредник, при этом совершенно бесполезный. Эвелин, не стоит кидать фиксеров. Это единственное правило Найт-Сити, которое наемники соблюдают. Мы сделаем по уму. Неважно. Такое обычно стоит репутации. А без репутации ты никто. Ты точно этого хочешь? Задай этот вопрос себе, а не мне. Чего тебе хочется больше? До конца жизни возиться с мусорщиками? Или за одну ночь стать легендой? Выбор за тобой. У этого выбора высокая цена. Слишком высокая. Я знаю. Поэтому все должно остаться между нами. Предлагаю тебе 50%. Достаточно, чтобы сделать, что хочешь. Только не в этом городе. Декс объявит на меня охоту, когда узнает. Декс не единственный фиксер в Найт-Сити. А такое предложение бывает только раз. Я подумаю. Угу. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Можешь идти, мне еще надо сказать пару слов Джуди. Как дела на фронтах, мисс Ви? Эта запись Эвелин из Кампеки стоила потраченного времени. Неплохо. Тибак мне уже звонила, она разбирает материал. Там два раза, не меньше. У меня все готово. А я что сделаю? Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ, то есть забрать биочип. Давай поговорим в посмертии. Подъезжай. Отлично. Скоро буду. До свидания. Что-то не так?
No, porque ya tengo planes para esta noche. Virgen Santísima, ma. Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. Наконец-то, chica. Что нового у сеньоры Уэллс? Да ничего. Беспокоится за меня. С утра до ночи. Она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь в отстойнике, как большинство Уэллсов. Это уже начинает утомлять. Чем больше я ей говорю, что все окей, тем больше чувствую, что вру. Но завтра это закончится. Нас ждет посмертие. Хе-хе-хе, да. Забавно. Что? Посмертие выглядит довольно хреново для клуба с лучшими контрактами в городе. Не суди книжку по обложке, Чумба. Готова пить шампанское? Пошли! Здесь когда-то был морг. Прикинь? Да что ты? Офигеть, да? Ну, это 1000 лет назад было, когда люди... Вы кто такие, детки? Я Ви, а это Джеки Уэллс. Да что ты? И мне это что-то скажет? Скоро скажет. Мы пришли к Дексу. Эй, Декс, а тут двое на входе. Говорят, они к тебе. Да? Ну, ладно. Сказал, еще занят. Возьмите себе пока что-нибудь выпить. Мы и так собирались в Йехо. Вот оно! Сердце Найт-Сити бьется прямо в этих стенах. Слышишь? Ты представляешь? Сьюзан Форест, Бо-Бо, может, даже Морган Блэкхенд. С
сидели на этих... Наша очередь. Эй, видишь эту бабулю? Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. А разве не Декс лучший? Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком под стол ходил. Это ее клуб. Что будете? Пить ты будешь или нет? Ты заказывай. Две текилы Old Fashion с каплей сервеса и чили. То есть два Джонни и Сильверхенда. Точно, Чика. Кое-кто сделал всю домашку. О чем вообще разговор? У нас традиция. Называем напитки в честь завсегда. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно на задании. Херасия, какая красивая традиция. Ну, будем. Чинга да мадре. Ладно, как хочешь. Кого еще тут можно выпить? Посмотри в меню. Тут одна позиция пустая. Для Моргана Блэкхенда? Ха, ну да. Морган до сих пор не может решить, умер он или нет. Ха, так никто ж не знает, что с ним. Столько лет прошло, думаешь, он жив? А что? Посмотри на бестию. Наемники того времени практически полубоги. Высоковатая цена за коктейль. Все равно ж придется помирать. Так тебя хотя бы запомнят. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь, свой рецепт продиктую? Давай. 100 граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и, главное, капельку любви. Окей, я запомню. Вы вроде как новая находка Декса. Выполняем его заказ. Мистер Дешон вас ждет. Кстати, про Декса. Он часто заходит? На самом деле он уходил, так сказать, в отпуск. Мы его 2 года не видели. Старый кот гуляет сам по себе, да? Ну, не знаю, где он там гулял, но 2 кило точно скинул. Может, туда просто пиццу не доставляли? Откуда ты знаешь? Это часть моей работы. Думаешь, откуда появляется репутация у наемников? Если о тебе не сплетничают, тебя никто не знает. Ни пуха, ни пера. К черту. Идемте. Ох и здорово ты, чувак. Качаешься? Ага. Я тоже. Боксирую. А ты что-то экзотическое практикуешь? Кэмпо? Ниндзюцу? Ага. А меня бы уложил? Как думаешь? А? Сюда. Эстепинча типо. Да, Эксельсиор. Конечно, наличными, как всегда. Счастливо. А, вот и мисс Ви. Ну что, наконец-то вся семья в сборе. Первая встреча в реале. А что с болтом? Ну-ка, давай заценим. Ну ладно. Чувствуйте себя как дома. Спасибо, что помогла с мусорщиками. Парой мясников меньше,
Уже хорошо. Мэрия нас еще благодарить должна. Хорошая комнатка. Звукоизолированная. Джеки. Нет-нет, мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос мисс Ви. Как твоя встреча с Эвелин Паркер? Хорошо, я бы сказала. Погуляла по Кампеки Плаза, по местам, которые она засняла на брейн-данс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора, Юринобу Арасака. Да, парень с фамилией на миллионы и без возможности ими владеть. Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились или было что-то еще? Я поняла, ей хотелось на меня посмотреть. Хотелось на тебя посмотреть, говоришь? Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Ладно, давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет, ниже некуда. Неважно, мне нужны подробности. Деламейн высаживает вас у главного входа в Кампеки Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Бак помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и Болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Юринобу и забираете биочип. И все это по-тихому, с минимальными жертвами. А лучше вообще без них. Тибак будет на связи на всякий случай. А теперь ваши вопросы. Как нам попасть в пентхаус? У Юринобы почти нет охраны. Сложность только в системе безопасности. Чтобы ее отключить, нужно устранить резидента Кампеки. Это элитный раннер, который мониторит сеть отелей круглые сутки. Проблема в том, что комнату резидента можно открыть только изнутри. Погоди, как же мы попадем в комнату, в которую нельзя попасть? Поверь, какая бы проблема у нас ни возникла, Тибак найдет для нее решение. Тут как раз в игру вступает Болт. Вам надо запустить его в вентиляцию, провести куда нужно и заставить резидента немного отдохнуть. Болта придется оставить с ним. Зато я смогу расстелить перед вами ковровую дорожку прямо в пентхаус. Еще вопросы? Расскажи о фальшивых документах. Какая у нас история? Привет, Рамон Викторина. А ты Хана Конуэлл. Рамон? Допустим. И какая у нас легенда? Вы продавцы оружия, у вас переговоры с Арасакой. Если спросят, вы встречаетесь с представителем их оборонного отдела Хаджиме Таки. Еще вопросы? Мы едем Деламейном? Это же лучшее такси в Найт-Сити. Надоманль. Дэшон всегда работает только с лучшими. Деламейн никогда не подводит. Кому нужны мерзкие таксисты, если безупречный скин может с комфортом довести тебя из пункта А в пункт Б? И кто б знал, как он каждый год обновляет лицензию? Если все пойдет по плану, Деламейн привезет вас сюда. Если возникнут проблемы, он поедет на явку. Это куда? В мотель Ноутел. Тихое место, вопросов не задают. Там придумаем новый план, но я уверен, что это не понадобится. Еще вопросы? Я узнала все, что хотела. Вот и славно. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? С новичками я не торгуюсь. Ставка всегда одна – 30%. Чего? Сколько? Так я оцениваю ваш вклад. У каждого в этом спектакле своя роль и свои риски. Да ну, Декс, как-то маловато.
Эй, погоди-ка, друг. А кто достал болта? Кто вытащил инфу из брейнданса? Мы лезем в отель, где на каждом углу люди Арасаки ради какой-то пластмасски у сына их главного. Мы работаем. А кто дает вам надежный план, транспорт, нетраннера и информацию? Хотите дальше торговаться? Джет прав, Декс. Мы заслуживаем намного больше, чем 30%. Ладно, 35 и не процентом больше. Договорились. Конфликт исчерпан. Давно со мной никто не торговался. Это даже забавно. И последнее. В Кампеке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Я достала вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Не хочу торопить события, но когда ждать Эдди? Все зависит от мисс Паркер, но думаю, через неделю. Максимум две. А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Арасака будет на страже. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Что думаешь про это дело? Ну, я надеюсь после него купить себе виллу на Крите и послать киберпространство ко всем херам. Пришлешь мне открытку? Ничего личного, но я хочу сжечь за собой все мосты и начать заново. Ты давно знакома с Дексом? А что? Ну, знаешь, народ на улицах разное говорит. Все, что мы слышим, это мнение, а не факт. Марк Аврелий сказал. И ты тоже философ. Неудивительно, что Декс тебя любит. Вроде нет вопросов. Ну, за работу. Ну так что, ты готова ехать? Поехали. А чего ждать? Как чего? Богатство. Вас приветствует сервис Деламейн. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Ёб твою мать. Очень на это надеюсь, Чумба. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я 3 месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, Дел. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Спасибо. Активирован пакет Excelsior. Excelsior? Дело набирает обороты! Excelsior? Это пакет услуг, разработанный для наших премиум-клиентов. Ага, лучшее качество за ваши деньги. Смотри. Деламейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ха. Ну ладно. Но вообще он хоть армию Арасаки может выкосить, если понадобится. А что еще включает Excelsior? Полное медицинское страхование, в том числе покрытие расходов на похороны в случае смерти пассажира в салоне. Блин, чё ты каркаешь-то раньше времени? Боевой режим вообще разрешен? Разумеется, во 2-й поправке Конституции. Во время поездки вы вправе пользоваться мной, в том числе, как оружием. Декс прям расщедрился. Ну, по крайней мере, мы знаем, на что пошли его 65%.
Эксельсиор. Вот теперь я чувствую, что въезжаю в высшую лигу. Не радуйся раньше времени. Мы в нее пока еще не въехали. Не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Ладно, забей. Сделай вид, что ничего не было. Не было, так не было. Мадре Сви, это самый важный день во всей моей жизни. Привет, как дела? Ведем дружеские беседы. Мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы вести вас через Кампеки. Ви позвонит Джеку, проверим синхронизацию, на всякий случай. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Давай еще Аристотеля. Да пошли вы оба. Ну что, похоже, все работает? Сэрами Хоркиси. Я на связи. Спасибо, что выбрали сервис Деламейн. Желаю удачи. Я буду ждать вашего возвращения. Сколько же я этого ждал? А с оружием туда нельзя. Ну что, Ханна, вперед? Погоди, я возьму болта. Мы приехали, Бак. Еще раз. Бронь на твое имя. Рамон. У вас встреча с Хаджимой. Добро пожаловать в Кампеки Класс. Который представляет оборонный отдел. Не волнуйся, я помню. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Пожалуйста, проходите по одному. Без проблем, брат. Сэр. Простите, небольшая проблема. Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию Кампеки Плаза? Мы торгуем оружием. Простите? Вы Ктаки-сан, правильно? Прошу простить за недоразумение. Ага. Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. Прошу. Йокосо, здравствуйте. И добро пожаловать в Кампеки Плаза. Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Это херово. Это не по плану. Быстро, Ви, отвлеки ее. А вас кто-то об этом просил? Нет, я просто подумала... Вас просили думать? Простите? Кто вас просил? Лично я молчала. Вот вам совет. Делайте только то, о чем вас просят. Так какой, говорите, у нас номер? Ваш номер, Лазурь, расположен на 42-м этаже. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Ханна. Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Спасибо. Идем быстрее.
Самоутверждаешься, что ли? Поверь, в таких местах, как это, или ты играешь... жестко, или ты никто. Что скажешь, Ханна? М? Уютный отельчик. Не то, что клоповник, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиот, хватит. Что не так-то? Я играю свою роль. Неплохой у них тут бар. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. В будние дни заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда Мести, когда мы завершим сделку. Приведешь, приведешь. Пошли. Найдем наш номер. Что, уже? Может, еще посидим? Ну что, нормальная маскировка? Как я выгляжу? Не ожидала, что скажу это, но, по-моему, неплохо. Знаю, под лицо все к лицу. Мне как-то неуютно. Опять в костюме? Да ладно. Можно выкинуть менеджера из корпорации, но корпорацию из менеджера не вышибешь. Помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Про заражение под Новоиркутском они врали. Ну что, мы пришли! Номер лазу... Мы в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Бак. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Си-си, мякуэрдо. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Должно быть просто. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О, нет. На сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Вот она. Супер. Джеки, болт готов? Готов. Система исправна. Заряд 100%. Мерда. Застрял, гаденыш. Будете стоять и смотреть? Переключитесь на ручное управление. Ви, возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кироши к системе наблюдения, чтобы вести бота. У них наблюдение по всему отелю? Угу. Даже в спальнях люксов, прикинь. И гостям норм? Ты не представляешь, чем люди жертвуют ради безопасности. Нам повезло, что Юринобу исключение. Пентхаус отключен от системы охраны. А чего я не хочу им управлять. В отличие от некоторых, меня Вик не патчил. Прошивка старая, скорость дерьмо. Не ломайся, Чика, время поджимает. На. Поехали. Переключаю тебя на вид с камеры.
Если закружится голова, не пугайся. Все, картинка есть. Нельзя просто взять и выкинуть его к другой людей шахте. Из домов, из офисов. Арасака выплатит компенсацию за досрочное прекращение каждого контракта. Деньги тут ни при чем. Скоро же выборы. Как это повлияет на мой имидж? Люди подумают, что я не контролирую Уотсон, мой родной район. Неделя. Это все, что мы можем вам обещать. Мы постараемся. Это все, что я могу вам обещать. Так, Болт вошел. Переключаю тебя на новую камеру. А как ты поняла, что это для тебя? Там было написано «для милой уборщицы», а внутри еще «простите, что прибавил работы». Кровище было до хрена, но он хотя бы на чай оставил. Блин, а мне максимум, что попадалось, это блевотины и гандоны. Нету справедливости в этом мире. Думаешь, он свободен? Кто? Ну, этот красивый, богатый. Бак, смотрит, есть проблема. Что еще? Живет. У меня тут уборщица. Или нового Арасака? Надо ее отвлечь. Как он всегда свободно. Давай посмотрим, костюм-то что там в сети. Костюм-то у него крутой, но в душе сейчас он путешественник. Гляну. В смысле, по бабам ходить любит. Я бы согласилась с ним спать, даже если бы он об меня ноги вытирал. Ты лучше стекло нормально вытри, подруга. У тебя везде разводы. Голопроектор, нет? Нет. Что скажешь насчет телека? Скажу, ищи дальше. Панель управления на террариуме? Вряд ли пригодится. В террариуме есть контроллер температуры и воздуха. Да, то, что надо. Высылай туда болта. Бак, сработало. Я еще не так могу. Да ты знаешь, сколько эти твари стоят? Вперед. Спасибо, потом скажешь. Окей. Резидент сидит прямо за дверью. Пускай Болт откроет замок. Что-то у него не выходит. Черт. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи, где точка доступа к системе. Нашла порт. Так, теперь подключи болта. А болт в системе. Теперь переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один нетранер. Хороший резидент заменяет 10 посредственных. Я отправлю болта, чтобы он его вырубил. Хорошая мысль. Сейчас я тебе отправлю демона. Только не забудь, что болта надо подключать напрямую к креслу. Я вообще-то не первый год работаю.
Да что ты. Все послала, твой выход. Только сначала нужно запустить туда болта. Похоже, шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Теперь переключись на другую камеру. Кажется, я нашла проход. Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру. Ви, подключай болта к креслу. Болт остается тут? Будет смотреть за резидентом. Кажу в основную сеть Кампеки. Можешь выйти из системы. Асес, кома се, асе. Ну ты как? Ничего, голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Ты здесь, Бак? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? А быстрее никак нельзя? Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Ви, у нас передышка. Отдохни пока. Как думаешь, почему он отказался? А? Кто от чего отказался? Йоринобу Арасака. От хорошей жизни. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер. И все это бросаешь. Чтобы собрать банду. Стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью, одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Ты сам сказал, можно выкинуть менеджера из корпы. Но корпу из менеджера не выкинешь. Наверное, там стало скучно. Вот он и решил сменить обстановку. Ха, турист несчастный. Помяни черта, он только что зашел в отель. И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена. Перфекто! Шоу начинается. Эй, Бак, а ты-то... Че, все время была на связи? 3,5 часа. Слушай, насчет воебонов... Чьих воебонов? Прости, я не так выразился. Знаю. Ну, уже мое прощение. Ну, пока все идет гладко, да? Да? Чувак, да ты прямо оптимист. Да? А тебе что ни скажи, ты во всем видишь только негатив. Говорю тебе, самое трудное позади. А чего вы все притихли-то? Тогда это... анекдот хотите? Что? Ты серьезно? Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. Ха-ха, смешно, да? Боже правый. О, неплохо быть наследником самого императора. Уж всяко лучше, блядь, чем сыном Рауля Уэллса. Thank you.
Ребята, внимание! Сейф! Только быстро! Эй, а что за спешка? Йоринобу куда-то исчез. Что, растворился в воздухе? Он в какой-то мертвой зоне. Сейчас я его найду. А вы давайте работайте. Быстрей! Не дай бог, Юринобу сейчас вернется! Юринобу оставил нам прощальный подарок! Не фонтан, конечно, но сойдет. Быстрей! Не дай бог, Юринобу сейчас вернется! Он там, под полом. Ищите переключатель.